हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्ति योगेन मनसि सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что есть два пути, один восходящий, другой нисходящий. Гауди Гоштипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что есть два пути, один восходящий, другой нисходящий, через которые обусловленная душа может пытаться достичь Верховного Господа. На самом деле, нисходящий путь, значит, восходящий, точнее, то, что мы должны зависеть от нашей собственной силы, от наших усилий, от наших попыток, чтобы достичь. И вот с помощью нашей силы, наших способностей мы можем пытаться понять, кто такой Верховный Господь. А другой путь — это ascending procedure and descending procedure. So the other procedure is that. Другой путь таков, что мы должны зависеть от милости гуру Вайшнавов и Бхагавана. Мы должны зависеть, ждать, пока эта милость снизойдет на нас. Мы должны молиться Верховному Господу, что если Он позволит осознать Его, узнать, кто Он такой, то тогда мы сможем что-то узнать по Его милости, иначе это невозможно. Иначе это невозможно для нас узнать, кто такой Верховный Господь. И в этом главная проблема. И вот те, кто зависят от милости гуру и вайшнавов, так или иначе, в тот или иной день они могут возвыситься и осознать, какая же их наивысшая цель, как совершать баджан, какова цель, которую мы должны достичь, поскольку без цели нет никого, кто живет просто без какой-либо цели. И вот то, что мы должны понять, что наши усилия, если мы куда-то направляем, то каков же будет результат? Это зовется прайоджана таттвы. И то, что мы обретем в итоге, какова цель этого? То есть мы должны знать, что мы обретем в результате наших действий. А если мы это не знаем, то толк от этого и не будет никакого вдохновения. И это зовется прайоджана таттва. И вот можно вспомнить в 10-й песне Бхагаватам. Брахма, он пытался своим разумом, у него 4 головы. Он с помощью своего мозга пытался понять, кто такой Верховный Господь, но он не смог. Он был вынужден предаться лотосным стопам Верховного Господа, и он был вынужден сказать, что своими собственными попытками я пытался, но это невозможно, я не могу своими усилиями познать Верховного Господа. И вот там Брахма говорит, что я пытался возвыситься, пытался как-то достичь и понять Верховного Господа, но я понял, что это невозможно для меня. Я
потерпел неудачу, и вот он произнес эту шлоку. О, Господь, из сегодняшнего дня я не буду пытаться поверить или зависеть от моих собственных сил. С сегодняшнего дня я свободен. И вот я хочу... Я пытался использовать свою гьяну, свой ум для познания тебя, но это бесполезно. И вот он говорит, гьяна праясам удапасья. Он говорит, что с сегодняшнего дня я не буду больше использовать мой ум для того, чтобы пытаться понять тебя. Я откину, оставлю удапасья, значит, отбросить эти попытки с помощью своего ума познать Верховного Господа. И вот Брахма говорит, что больше он не будет пытаться познать Господа с помощью своего материального ума. И вот он говорит, я буду возносить молитву тебе. Вот слово «нама». Каково значение этого слова? Это значит поклон. Толкование такого, что мы отставляем свое ложное эго и становимся смиренными, такого значения. Это слово «намаха». Мы не должны выражать ложное эго. Ma mean ahankar, you can sort. That is called nama. And nama is only nama это возможно только с помощью ума. Ума, тела и ритм. Например, мы клонимся кому-то. То если мы просто скажем ванчакалпатарубхья, то так кланяться на словах мало. Нужно физически поклониться вот телом, речью, произнести эту мантру и умом. Ум тоже нужно предложить подобно цветам лотоса, стопам гуру и вайшнавам. И тогда наш поклон пранам, он будет успешен, иначе мы не получим должный результат от этого поклона. И вот таким образом Брахма, он оставил все свои личные персональные попытки умом постичь Верховного Господа, развил смирение. И после этого, если мы будем пытаться поклониться Верховному Господу, но мы можем пытаться, но будучи в обусловленном состоянии, душа не может соприкоснуться с Верховным Господом. И можно посещать различные места паломничества, но мы не можем обрести связь с Верховным Господом. Для этого нам нужен некий посредник. Гуру и Вайшнава, они трансцендентные. Гуру и Вайшнава, они подобные трансцендентному прозрачному медиуму, через которое можно видеть, что есть что в этом трансцендентном мире. Если мы сами будем пытаться смотреть на Навадвипадхаму, смотреть, что такое Вриндаван, то наше материальное видение мы будем видеть какой-то мусор, а настоящую Даму мы не сможем увидеть, это не так просто. Это трансцендентная обитель Верховного Господа. И вот я могу напомнить вам то, что через эти четыре шлоки Бхагаватам Бхагаван Си Кришна, он дает такое представление,
Брахма, вот он это получил посвящение от Господа, и потом он хотел исправить свой ум. Если мы получили настоящее посвящение, настоящий дикша, то наш ум он изменится. И вот тут вот мы должны помнить этот случай с Брахмой. Брахма, он хотел принять прибежище в Харикатхе и Киртане, он хотел получить помощь от Харикатхи и Харикиртана. И вот эти слова, значит, I want to stay in front of Sadhguru Vaishnava, что мы должны находиться перед, рядом с Гуру Вайшнавами и слушать Харикатху. Танван Манобхи значит Кай Манавакья. Телом, умом и речью мы должны предаться лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана, и мы должны находиться рядом с ними, и мы должны непрерывно слушать Харикатху от них, поскольку это главное преимущество. Поскольку Анандита Анукшам Сада Хай Кришна Парасанга. You hear? No? Why you don't hear? Vaishnav Sangeta Mon Anandita Anukshan Sada Hai Krishna Parasanga. In Kirtan you hear. Vaishnav Sangha and Guru Vaishnav Sangha mean Vaishnav Sangha Anandita Anukram. I can get transcendental enjoyment. Always I can enjoy. Благодаря общению с вайшнавами мы можем получить такое трансцендентное наслаждение. Почему? Поскольку мы можем слушать харикатху от них, поскольку вайшнавы они не говорят ничего материального. И вот если у нас будет такой шанс слушать харикатху, то мы можем развиваться, возвышаться в духовной жизни. Есть единственный путь, благодаря которому можно обрести связь с тем трансцендентным миром, это принять помощь Апракрита Шабда Брамы, трансцендентного звука. И если мы будем слушать этот трансцендентный звук Апракрита Шабда Браму, то она поможет нам достичь и обрести связь с тем Верховным Господом. И вот Брама говорит, обычно мы знаем, что ты аджита. Что такое аджита? Вот в одном из киртанов там говорится, и мое наставление вам, что нужно изучать, петь киртаны, и там объяснены различные шлоки, различные татвы очень таким простым и прекрасным образом. Особенно киртаны из чина Бхактивинода Такура, Наротама Такура. Вот Махарадж в дальнейшем может объяснить эти киртаны, и через эти киртаны можно обрести Верховного Господа. И вот почему все преданные, те нити-ситхи, те садана-ситхи и все остальные возвышенные преданные, почему они всегда возносят молитвы Верховному Господу, они молят Господу об общении с Гуру Вайшнавами, хотя они сами возвышены, но почему они этого просят? И потому что если мы даже достигнем того трансцендентного духовного мира, то нам тоже нужна сатсанга. И вот так они молятся о том, чтобы Господь послал нам общение с Гуру и Вайшнавами, и тогда мы сможем испытывать трансцендентное наслаждение, поскольку они всегда говорят о Кришне. Они всегда говорят о Кришне.
И вот Гуру Вайшнавы, общение с Гуру Вайшнавами очень важно. И вот в шастрах мы слышим часто, что ты Аджит. Аджит. Кто такой Аджит? Аджит — это слово на санскрите. Аджит значит тот, кто никогда не может быть побежден. Мы не можем бороться с Верховным Господом. И такая борьба никогда не станет успешной. Без Господа невозможно победить. И поэтому одно из имен Господа — Аджита. Тот, кого невозможно победить, и в то же самое время есть такая позитивная бхава, то, что мы иногда находим, что Господь... Что вот Бхагаватам иногда говорится, что Господь, он находится во власти Гуру и Вайшнавов. Хотя Господь непобедимый, но Вайшнавы своей любовью они победили Верховного Господа. И поэтому он находится в их власти. Guru Vaishnava. So what is the solution? И that we will find out next day. So now today, в дальнейшем Махарадж более подробно объяснит это, и а сегодня тема Дживататвы и вот этот случай с Брахма и Шанкаром. Брахма, он Дживакути. And you know, this is the point. So Ajita means you can never be conquered by anybody. И вот Аджита значит, что никто не может. Аджита, Господь, это его имя, значит, что он никогда не может быть побежден. Но Брахма говорит, хотя твое имя Аджита, но все же ты можешь быть побежден преданностью, любовью, чистой преданностью. Ты можешь быть побежден. И те преданные, они могут обрести контроль над тобой. И вот восьмая песня Бхагаватам и в других, Верховный Господь говорит, что я не сватантра, я не такой, я не независимый. И я всегда нахожусь во власти Гуру Вайшнавов, и вот Брахма и Шанкар, они очарованы этой Майей Верховного Господа. Это шлока, с которой я начал, она из первой части. И вот это, в этой шлоке мы находим, что Вьясадев Госвами, он беспокоился, поскольку он не был доволен. И вот Вьясадев Госвами написал Махабхарату и прочие писания, но он не был полностью доволен. Какая-то неудовлетворенность была в его сердце. Он хотел узнать, почему не было такого чувства радости в его сердце. И вот Вьясадев Госвами, он Самьяпраш Ашраме находился. Это в области Бадрикашрама. Бабаджи Махарадж там пару раз был в этом месте, и это где-то в Гималаях, там есть пещера, и внутри этой пещеры
Ясадев Госвами совершал баджан, и также там там это река Сарасвати, она начинается, Махарадж хотел к ней прикоснуться, но там очень, ну, там преданные сказали, что лучше издалека поклониться ей, поскольку очень опасно, можно сорваться, поскользнуться и упасть туда, поэтому лучше издалека ей поклониться. И вот там, там также этот, начинается эта река Сарасвати. Я оттуда около 10 километров Сахасрадхара, такое место, там с границей рядом, но так или иначе. И вот в этом ашраме Ясадев медитировал. Думал о той причине, почему он не полностью не обрел удовлетворение. И вот и Нарада пришел тем временем. И вот Нарада пришел к нему и и вот он спрашивает, почему Ясадев Госвами, почему он выглядит неудовлетворенным. И поэтому Нарада спрашивает Ясадева. И вот он говорит, ты уже написал многие писания, но почему ты недоволен? И Ясадев говорит, вот я тоже думаю об этом, какова причина за этим, что я не чувствую удовлетворения, ты должен ответить мне. Я не знаю, какова причина. И вот Ясадев Госвами, он из Шакти Вешаватара. And Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami. Nanda Nandan Krishnastu Sukaha. Sukadeva Goswami. Nanda Nandan Krishnastu Sukaha. Sukadeva Goswami. Он сам Шри Кришна. В какой? Кришна. Он явился в форме Sukadeva Goswami. Nanda Nandan Krishnastu. Nanda Nandan. Nanda Nandan Krishnastu Sukaha Swami. Sukadeva Goswami. И Ясадев Госвами Шакти Вешаватара. И вот Ясадев, он Шакти Вешаватара, и поэтому явил многие писания в этом мире, но не чувствовал удовлетворения. И Нарада спросил, почему? Выглядит, что ты недоволен. Если мы встречаемся с кем-то, то спрашиваем, как дела. Но здесь Нарада спрашивает, все хорошо с тобой? И зачем он это спрашивает? В дальнейшем вернемся к этому, поскольку Ясадева Госвами, он не обусловленная душа, он Шатиш Аватара, но для нас обусловленная душа, она всегда чувствует влияние своего материального тела. Она не может избавиться от этого. И вот даже если то, ну, имеется в виду до тех пор, пока эта обусловленная душа не достигнет трансцендентного уровня, это будет ей мешать, ее тело. И вот когда Ясадев Госвами ответил, что это я сам хочу спросить у тебя, и, пожалуйста,
Please advise me, what is the reason for why I am not satisfied? Скажи, почему я не чувствую радости? И вот Нарада говорит, хотя ты так много написал всего, но все же ты не дал ничего, что подобно нектару для обусловленных душ в Махабхарате, в Пуранах ты так много написал всего, но те обусловленные души, естественно, что они чувствуют влечение к материи, а ты... They can search out Mahabharata and find out the exact creed. Ты, конечно, написал Махабхарату, изучая которую разумные люди могут найти некий нектар, который там нечто более ценное, чем какие-то материальные вещи. Шрила Прабхупада, он не рекомендовал нам изучать Махабхарату, то, что там странные истории, почему Драупади, например, у нее было 5 мужей, но она была целомудрена. Почему Кунди делает так, кто-то там эдак и прочее. То есть очень такие запутанные вещи там объясняются, описываются. И поэтому Шрила Прабхупада не рекомендовал нам изучать Махабхарату. А он говорил, что мы должны изучать читание Бхагавата, если времени мало, но все же мы должны, по крайней мере, пару страниц читать из читания Бхагаваты. И книг Шрилы Бхактивинода Тхакура. И благодаря этому мы можем обрести нашу наивысшую цель Бхакти, читание Бхагавата. Ее более чем достаточно, чтобы обрести Бхакти. И даже сейчас Бхактивинода Тхакура говорит, что даже сейчас читание Чайтамриту можно оставить на потом, а изучать читание Бхагавату. И в один день Гуру Вайшнава они дадут нам способность понять то, что описывается в читании Чайтамрите, поскольку читание Чайтамрите достаточно запутано и не так просто ее понять. То есть даже люди, которые понимают Шримад Бхагаватам, то они далеко не все могут понять читание Чайтамриту. И вот сейчас Нарада говорит, что обычно такое, это обычное влечение людей к материи, к иллюзии. И ты написал те писания, которые помогают им обрести эти материальные вещи, но ты ничего не сделал, чего-то более хорошего, через что Дживатма может обрести Шудабхакти. Ты не обрел этого, и вот ты должен написать все о Шудабхакти и о Кришналиле. Ты должен написать что-то о Кришналиле. Хотя в Махабхарате мы можем видеть какую-то Кришналилу. Она как бы есть там, но все же этого недостаточно. Ты должен описать трансцендентную нектарную лилу Кришны таким широким образом, чтобы эта лила, она смогла произвести впечатление на обусловленных душ, чтобы они освободились. И вот в читании Чайтамрите говорится, Рамананда и Махапрабху, они говорят друг с другом в Рамананда Самвате. И вот там говорится, что обусловленные души, естественно, они привлекаются майей, иллюзией, но Бхагаван Шри Кришна говорит,
Они всегда молятся о материальных наслаждениях мне. Они глупы. Чтобы получить какие-то материальные объекты, но говорится, эй мурхо, ами бигго, эре бишай кена дибо. Эй мурхо, he is foolish. I am, you know, supreme lord. Why I can give this matter, material, you know, enjoyment to him? It can be a reason of bondage in his life. So maybe he is asking, but still. I can give the nectar of my lotus feet, and someday, today or tomorrow, he can forget material enjoyment. He can concentrate on a prakita, вот Кришна, он, ananda, I mean nectar. Follow. Он говорит, что если, и вот в этой шлоке говорится, что Господь говорит, что тот, кто поклоняется мне, и в то же самое время ожидает какие-то материальные наслаждения от меня. И вот, если такой человек поклоняется Господу, также ожидает каких-то материальных наслаждений от него. Сачаран амрито дия вишай гулайв. Сачаран амрито дия вишай гулайв. So I can give the nectar of my lotus feet. И вот я могу дать такому преданному нектар моих лотосных стоп, и он вскоре забудет о наслаждениях. И вот мы. So this is the reason. Чайтамри чайтамриту вейке. И вот Чайтанья Чайтамрити так говорится, и вот Нарада говорит, что обусловленная душа, естественно, что не стремятся к какому-то материальному наслаждению, даже варчане. Варчан Падьяти, такая книга есть. Что преданные молятся Верховному Господу, я хочу почувствовать такое влечение к тебе, которое естественно в этом материальном мире. Как мужчина чувствует влечение к женщине и наоборот. И в этой шлоке говорится, что мы хотим обрести такое же влечение к тебе, о Верховный Господь. И вот этот прекрасный пример. Jubautinam, it is written in Sanskrit. You understand Sanskrit? By now? No? Jubautinam yatha yuno. Junam jubutu yatha. And it is quite natural in nature. Young man is there, quite natural. I is going to that day. И вот это естественно, что мужчины привлекаются женщинами. Это естественно происходит, никто не учит их этому, не настаивает, не давит на них, но это естественно происходит. И вот если мы такое же естественное влечение обретем к Верховному Господу, это будет великолепно. Бхарати Махарадж часто приводил случай с Рамануджа Ачари. Он всегда любовался своей женой, но потом преданные пожаловались его Гурудеву, и Гурудев взял его, этого преданного, в Ранганатх мандир, и его Гурудев помолился за него, что этот преданный глупый, если ты сможешь помочь мне изменить его вкус, что он будет, не будет больше смотреть на материальную красоту. И там Ранганатх даровал ему свой даршан. Он был настолько прекрасен, подобно Вайкунте. Точнее, ученик Рамануджача любовался своей женой. И вот, когда они пошли в храм Ранганатха, то по молитве Рамануджачари Ранганатха даровал ему свой даршан. И
И тот преданный, он забыл о материальной красоте и перестал смотреть на свою жену, смотрел только на Верховного Господа. И вот такие Сиддха Махатмы, возвышенные души, они никогда не наслаждаются такой материальной красотой. Их даршан, Вайкунтха даршан. Их даршан — это Вайкунтха даршан поклонения. Когда они смотрят на кого-то, они видят душу, которая пребывает в этом теле. Если они даже видят какое-то материальное тело, то они видят и его результат. То есть имеется в виду то, что в дальнейшем произойдет с этим телом. Шрила Прабхупад говорит, что если вы хотите стать брахмачари, саньяси или идеальным грехастха, это особенно для саньяси и брахмачари, что куда бы мы ни смотрели, мы должны думать о том, что в итоге в результате произойдет с этим объектом паринам. Каков же результат? Каков результат итоговый, я вынужден говорить так, не обижайтесь, вчера. Вот, Махараджи кто-то позвонил. В общем, какой-то преданный позвонил ему, Махарадж сказал ему, что если ты чувствуешь какое-то влечение к женщинам, то вы не можете совершать баджан. Во всем Панджабе нельзя найти такого посвященного преданного. Как вот, ну, тут один преданный к Махараджу приезжал, вот, очень такой возвышенный. И вот если он сможет ответить на мое указание, то тогда он сможет стать успешным. И будьте внимательны. Иначе мы не можем иметь в виду, если будем слишком привлечены какими-то материальными вещами, то сложно будет баджан совершать. И вот паринам вид, значит, последствия. Поскольку в этом материальном мире никакие объекты, они не вечны, они всегда меняются. Наше тело, оно стареет, постоянно изменяется. Мы смотрим в зеркало на себя, вроде как одинаково выглядим. А если посмотреть на себя через 10 лет, то увидим, что наше тело изменилось. И вот те, кто возвышенные души, они всегда пытаются видеть душу, которая пребывает в нашем теле. И если они видят тело, то они видят, что это тело просто состоит из каких-то компонентов. Из крови, плоти, костей и прочих материальных этих компонентов. Flesh and blood, or like, you know, how Guru Vanga used to say, my son, always try to remember. Наша Гуру Ванга говорила, что мы должны помнить, что те, кто ну, вот, например, приводятся теми, которые мурти делают, вот эти скульпторы. Вот сначала они из соломы делают, потом какой-то форму придают этой соломе, потом глиной все это обмазывают, раскрашивают, и так получаются эти фигуры Дурги, Ганеши, еще кого-то. Муртивалы называются на Бенгале. То есть, если глубже посмотреть, то увидим, что тело просто состоит из каких-то материальных элементов. Если это тело умирает, то оно разлагается впоследствии. Но все же люди не могут понять.
а не иллюзия везде. Атманам тигунатмакам. Джаясан мехита живаха, атманам тигунатмакам. Follow. They are always jiva, all jiva, countless jiva. И вот все бесчисленные дживы. The jiva, countless jiva, infinity jiva. They are hypnotized by the mind. Они очарованы Майей. Иллюзия. Иллюзия. И вот будьте осторожны, когда Шри Кришна говорит Гите, что никто не может преодолеть мою майю, это практически невозможно. Но единственный тот, кто полностью предался моим лотосным стопам, только он может преодолеть этот океан майя. И вот это наставление Бхагавана Шри Кришны. Бхагаван Шри Кришна говорит, что я, что я возьму всю вашу ответственность за вот это йога-кшему. И вот таким образом, это естественно, точнее, невозможно для обусловленной души пересечь, победить майю, поскольку майя, она подобна бесконечности, материальная майя. А пракрита-йога майя, она бесконечна, и махамая также бесконечна, поскольку есть что такое йога, это махамая. Махамая это тень, йога-майя, если это йога-майя бесконечна, то и махамая она также бесконечна, и нашими попытками мы не сможем сами достичь успеха. И вот таким образом Бхагаван Шри Кришна говорит, для обусловленной души, то есть мы поняли, что есть единственный путь, если они предались лотосным стопам Верховного Господа, я имею в виду лотосным стопам Гуру и Вайшнавов, поскольку так не по, сам, без Гуру и Вайшнавов мы не можем предаться Верховному Господу. Вы должны через Гуру Вайшнавов действовать. И вот и вот какова же процедура? Мы должны прибежище у лотосных стоп Гуру Вайшнавов много раз говорил. И если мы смотрим на что-либо, то мы должны найти связь этого объекта с Кришной. Если смотрим на Туласи, мы должны думать, что это Туласи, она Бхакти Деви, Вринда Деви. Мы не можем использовать, ну, как в Аюрведе, листья Туласи в качестве какого-то лекарства. Это оскорбительно. По отношению к Туласи, если мы видим на Туласи, мы должны думать, что это Туласи, Вриндадеви, она дарует нам бхакти. И все мы должны связать с Кришной. И вот можно вспомнить.
саттена саттанча упасамена ча итат сармам гуру бхакта пурушо хи анджасаджаве. That Maya, when Krishna speaking, is quite impossible, but still that Krishna speaking in Bhagavatam is very easy. Хотя Майя, Кришна говорит, что для обусловленной души победить Майю невозможно, то, но тот же Кришна Удаве в Бхагаватам говорит, что очень просто преодолеть Майю, если мы будем думать о том, как избавиться от Майи всю жизнь, то как мы баджан начнем, если мы всю жизнь посвятим победе над Майей, то баджан, когда нам совершать, например, кто-то 80 лет живет и... И вот если всю жизнь посвятим борьбе с Майей, то на баджан времени не останется. Если мы сможем избавиться от Майи, то тогда и только тогда мы сможем совершать баджан. Баджан невозможен. I cannot go in detail. Rajas tamasya satyena satyanjo upasamena cha etat sarvam guru bhakta purushehi anjasayahe. Raja tama and sata. Raja sattva and tama. These three modes of nature are going to put in trouble. Эти гуны материальной природы, они все равно даже сатва-гуна, она может стать причиной нашей обусловленности. Мы должны возвыситься над этими гунами материальной природы, достичь чудо-сатвы, чистейшие сатва-гуны, и тогда мы сможем избавиться от их влияния, и также мы должны служить Гуру Вайшнавам и Бхагавану всем своим сердцем. Если мы не можем это делать, то мы не можем надеяться, что сможем совершать баджан. Мы должны служать садгуру Вайшнавам. И гуру бхакта значит садгуру. Самосознавший себя душа, не какой-то обычный гуру. Кришна говорит, мы должны служить такому чистому садгуру, тот, у кого есть вечная связь с Верховным Господом. Если мы сможем служить ему, то очень просто мы сможем победить Майю. И вот сейчас мы поняли такое плачевное состояние обусловленной души, и Ясада Госвами, что он видел, он смотрит Верховный Господь вместе со своим сиянием. Сначала сияние появилось, и потом Верховный Господь вместе со своими шакти, сварупой и шакти. И вот по милости Нарады он увидел Господа. И за Верховным Господом он увидел Майя. Его иллюзия в форме дуги, она стоит со склоненной головой. Ей стыдно. Майя Деви всегда стыдно быть перед Господом. И вот она склонилась сзади перед Кришной, не может перед Ним появиться. И вот Ясадев Госвами, он увидел это. И все бесчисленных душ, которые не видят никакого решения в своей жизни, кто-то в татастха состоянии находится, в таком пограничном состоянии. Шрила Прабхупад написал одну статью Бадха Татастха и Мукта, три состояния души. И вот Махарадж хочет сказать то, что бесчисленные дживы, они випхинамша. Что такое випхинамша? И свамша, и випхинамша.
И вот эта шлока, и там в Брахмасамхите мы находим, что Прадипа, этот светильник, имеется в виду свеча, такой огненный светильник. И вот Прадип, как лампада, и вот какой-то преданный организовал тысячу этих Прадипов, жги. И вот они там что-то украсили, подожгли так все эти Прадипы. Taking the responsibility to enlighten all different. Dipartireva dasantaram abhipetto dipayate vibhritto hetu samana dharma. This sloka. Seven. You cannot understand what candle is first candle. You cannot understand. Because so many devotees that you try. Ну вот пример какой-то, что много преданных одновременно подожгли все эти Прадипы. Если один человек поджигал бы, то пока он там один подожгет, если там сотый подожгет, то первый уже сгорится. И поэтому много преданных было одновременно, они поджигали все эти Прадипы. Их там много было, каждые 10 дюймов они там стояли. Так Радакунду украсили, и вот, и потом через там 5-10 минут уже невозможно понять, какой первый зажегся, какой второй, третий и так далее. И также с Кришной можно найти первое проявление, это Баларам, первая экспансия Кришны. И вот Баларама — это первая экспансия Кришны, и вот Баларама мы находим, и вся четырвьюха произошла. Тот Баларам во Вриндаване, он этот Мул Санкаршан, и потом Санкаршан, Прадюмна, Нирудха, вот эти четыре четырвьюхи явились. Прадюмна, Нирудха, Васудев, Санкаршан, четыре. И из них опять четыре. И вот там Шветадвип, внутри него Вриндаван, центр его, это Вриндаван. Вокруг Навадвипа, Шветадвипа. И после этого эти лепестки, подобно лепесткам лотоса, все остальное. И там можно видеть бесчисленные аватары Верховного Господа. Их невозможно пересчитать, эти бесчисленные аватары Верховного Господа в бесчисленных брахмандах. Их настолько много, что невозможно пересчитать их. И в Бхагаватам говорится, что если вы достаточно сумасшедшие, чтобы пересчитать количество пылинок на земле, то это хорошо, можно сказать, что вы сумасшедшие. Но если мы хотим посчитать аватары Верховного Господа, то вы вдвойне сумасшедшие получаетесь. И таким образом очень невозможно их сосчитать все. И вот подумайте, те аватары, которые исходят из Верховного Господа, они откуда появляются? С Каранарнава Сай. И после этого Гарбхудашай, и с каждого Гарбхудашая Вишну, с каждой Брахманды. Вот Каранарнава Сай Вишну, он изначальная причина, но имеется в виду не Кришна, а всего последующего, он причина всех брахманд, из него брахманды происходят.
все из Кришны является, но из эти Брахманды из Махавишну происходят, появляются. И вот согласно этой шлоке, и вот бесчисленные брахманды в каждой... Через каждую пору этого Махавишну исходят бесчисленные брахманды, нет никакой татвы. Имеется в виду, нет ничего подобного ни в Коране, ни в Библии, ничего такого не описывается. Все научные доказательства и свидетельства можно найти в Шримад-Бхагаватам и прочих ведических писаниях. И вот все брахманды исходят из Махавишну. И все брахманды, И вот это тот Гарбхуда Кашай Вишну, эти из Гарбхуда Кашай Вишну, все миры происходят, и в каждом из этих миров Кширада Кашай Вишну, который находится в сердце каждых душ живых существ, как Параматма. Гарбхуда Кашай из этого Гарбхуда Кашай Вишну, все брахманды происходят. А вот в этой брахманде там Кширада Кашай Вишну, который спит в молочном океане. И если у полубогов какие-то проблемы случаются или у демонов, то они идут на Кхирасагар молиться этому Кширада Кашай Вишну. И этот Кширада Кашай Вишну, это Анирудха Вишну, он находится в сердце всех живых существ, как Параматма, сверхдуша. И вот суть в чем, что бесчисленные дживатмы, они не получают никаких решений своим проблемам. И вот в Париваре Баладева Видьябушана, там был такой Вишвамбарананда Дев Госвами, Шрила Прабхупад говорил о нем, что в своей жизни он никогда не видел. Что никогда не видел такого могущественного человека, у которого было бы такое полное знание о Шат Сандарбхах. Так Шрила Прабхупад сказал о нем. Его звали Вишвамбарананда Дев Госвами. И вот он также такое же свидетельство привел, как и Шрила Прабхупад. И вот в Балигае, когда был спор о том, кто лучше, Браман или Вайшнава, он попросил Шрила Прабхупаду, чтобы он объяснил ту точку зрения Писания. И вот они попросили, что ты должен решить эту проблему, объяснить им, что и что. Он был тем председателем этого собрания. И Шрила Прабхупад также написал одну статью. So, Baddha
Бадха, Татастха и Мукта есть три состояния дживы. В Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, обычно в этом материальном мире мы можем найти два вида душ джив. Бадха и Мукта джив мы можем видеть. По крайней мере, Муктаджив тоже, но Татастхаджив, который в пограничной энергии, мы не можем их видеть, а только тогда, когда дживатма, она получает какое-то материальное тело, тогда мы можем видеть, а саму душу нельзя увидеть, хотя душа бесчисленное число, подобно пылинкам, они везде находятся. Это не совсем совершенное сравнение с пылинкой. Когда луч солнца заходит в комнату, то можно видеть, он подсвечивает, и можно видеть бесчисленное число всяких пылинок, они в воздухе находятся. И как бы есть, но их не всегда можно видеть. И в Бхагаватам, вот говорится, Атмавасья Идам Сарвам, что души, они, их бесчисленное число, и они везде находятся. И когда это какая-то душа обретает материальное тело, то тогда можно видеть, что эта душа, она находится в форме тигра или змеи, или еще кого-то, какого-то живого существа. So only and only when the Paramatma is going to accept you, okay, I'm going to accept him. In that case, you can understand. When Paramatma is going to accept you, и когда Параматма примет нас, то тогда Господь, Он тоже примет нас. И вот сейчас в Шри Чайтанья Чаритамрите Махапрабху, когда он давал Санатана Шикшу, там можно найти объяснение Шримана Махапрабху. Есть, что есть Нитья-Бадха Дживы и Нитья-Мукта Дживы. Нитья-Мукта и Нитья-Бхакты, мы должны понять их. Иначе мы не сможем понять Бхагавад-таттву. И вот this sloka I already explained. So by this I wanted to explain. Если из Вишну-таттвы другая Вишну-таттва появляется, то они подобны друг другу, одинаково. Поскольку в Прокрита-Джагате, в трансцендентном мире, мы знаем, что Пурна-Васту, полное, с Абсолюта, если от Абсолюта что-то отнимем, то Абсолют остается. А в этом материальном мире, если 5 литров молока есть, например, или 1 литр мы отняли, то 4 осталось. Это обычно так происходит в этом мире, но в случае с трансцендентным миром это не так. Например, есть какой-то Пурна-Васту, например, Говардхан. Если Говардхан с Галуки принести сюда, то там Говардхан, он тоже останется. Это сложно представить, как это так получается, поскольку мы применяем материальное представление о том духовном мире.
Шрила Прабхупад много раз говорил нам, что логика, она не может быть на пути к той абсолютной истине. Это слова Шрилы Прабхупады, то, что логика никогда не может находиться на пути к абсолютной истине. И вот из Упанишад мы находим такую шлоку, что если из Пурнавасту отнять этот Пурнавасту, то там же Пурнавасту и останется, но понять не каждый может. Что если что-то от чего-то отнять, то оно целое так и останется. И вот так же в случае с Вишну Таттвой бесчисленные аватары исходят. Рама, Нрисимха, Вараха и все прочие. Юга аватары, Лила аватары, Манванта аватары, Шактивиш аватары. Все различные аватары мы должны понять это, осознать, говорить Харикатху. И вот смотрите, там говорится, что бесчисленные аватары. Пуруша аватара, Шакти Веш аватара, Манвантара аватара и прочее. Но все же, если кто-то скажет, что Нрисимха более могущественен, чем Курма, это неправильно будет. Есть различия в их лиле только. Курмадев — это Вишну Таттва, он так свои лилы являет. Вараха или Нарисимха — они тоже Вишну Таттва, у них свои лилы. И нельзя заявлять, что кто-то из аватара более могущественный, кто-то менее. Все эти Вишну Таттвы, они одинаково могущественны. И вот они все Вишну Таттвы, не нужно их пытаться как-то разделить. Но особенность в том, что каждая Вишну Таттва, у них своя особенность. Нарисимха Дев явился, явил особую лилу, и Рамачандра тоже свою особенность показал. И вот сейчас все исходит из Кришны. Мы видим Ананта Брахманда из Махавишну исходит, Махавишна из Кришны. И вот суть в том, что бесчисленные Вишна аватары, а нет, они Свамшататва. Свамшататва, значит, все не исходят из Кришны, они практически не отличны от Кришны. А почему? Поскольку у Кришны есть некая особенность, поэтому они практически не отличны, почти не отличны. И мы не должны пытаться как-то их разделять. Это оскорбительно по отношению к этой Вишну Таттве. И вот в Чайтанья Бхагавате это Сиддханта явно описано. Там Вриндавана Стакур, он Вьясадева Чайтанья Лила. И вот Вриндавана Стакур пишет, что когда Чайтанья Махапрабху и Вишну Прия, их свадьба происходила, какие-то люди видели их как Лакшми Нарайана.
кто-то говорит, нет, это Рама Сита настолько прекрасна, божественная чита. Они не понимали, что Верховный Господь. Но Вриндава Дас Такур Махашой говорит, все, что люди говорили, кто-то видел их как Лакшми Нараину, кто-то Ситараму, и вот то, что они говорили, это пускай говорят, это все совершенно. Это все правильно, поскольку он Верховный Господь Шри Кришна, Читания сам Шри Кришна. А внутри Кришны все аватара, и Рама, и Сита, и Лакшми Нарисимха, и Лакшми Нараяна. И поэтому, если кто-то видит его как Рама Ситу или как Лакшми Нараяну, это все правильно. Они не говорят ничего неправильного, поскольку он Верховный Господь. Верховный Господь, значит, изначальная причина. Свайямруп Бхагаван, можно вспомнить. Мы должны помнить это название Верховного Господа, Свайямруп Бхагаван. Кришна и Шри Кришна Читания, они своего Бхагаван. Почему? Им не нужно зависеть ни от кого. Они своего Бхагаван, поскольку они не только Верховный Господь, но и изначальный Верховный Господь. Так Нараяна или Рама, они тоже Верховный Господь. Но особенность своего Бхагавана в чем? То, что все исходит из него. Ему не нужно зависеть ни от кого, и в Бхагаватам это шлока. Он Савиги и Сарат. Все эти качества в полной своей полноте, они находятся в Кришне, даже Баларам. Кришна, он одурачил Баларама, поскольку у Кришне есть эта воля. Вся воля, она у Кришны, то, что хочет Кришна, оно все происходит, и остальные исполняют его волю. И тогда, конечно, Кришна подчиняется Балараму, но это из-за праймы, это отдельный случай. Как Кришна, он массировал стопы Баларама, своего старшего брата, но не думайте, что Баларам, он принимает служение от Кришны. Хотя внешне вроде бы так и выглядит. Может, мы можем видеть, но это служение Кришне, поскольку Баларам позволяет Кришне смассировать свои стопы, потому что Кришна станет доволен этим. Это случай с Рамануджачари. Однажды один сывак Рамануджачари, все преданные говорят, о Гурудев, он тут вам постель застелил, и сам на нее ложится, и потом вам предлагает. Там его спросили, зачем это делает, он говорит, чтобы проверить, что совершенно ли он постелил все, и поэтому сам лежит и проверяет эту постель. И вот такое чувство, прямо чувство любви тяжело понять с материальным умом. И вот Говинда в Гамбхире Сева, он был подобен второй Шачима. Он всегда заботился о Гуранге, и однажды Махапрабху принял прасад, зашел в Гамбхиру, это очень такая маленькая комната там в Пури, в доме Кашимишра, и там Махапрабху. Give sight so that I can enter into room and massage your leg.
А он уже лежал и говорит, да, сказал, что хочет зайти и массировать его стопы, поэтому нужно подвинуться. А Махапрабху сказал, что тяжело ему встать, поэтому не может подвинуться. И вот он, говорит, боялся переступить через Господа, там комната маленькая, обойти негде было, и Махапрабху сказал, что я устал и не могу подвинуться. Если хочешь, заходи, не хочешь, не заходи. Что Говинде пришлось сделать? Он взял, покрыл тело Махапрабху своей одеждой и перешагнул через него. Хотя оскорбительно наступать или переступать тень Гуру Вайшнава в Туласе, а то он самого Махапрабху переступил. И вот он массировал ему стопы и сказал... И вот Махапрабху уже заснул, и Махапрабху не так долго спал. И вот он проснулся и спросил у Говинды, что ж ты не ушел на обед? Он сказал, как я могу уйти на просад, ты спишь, а как ты зашел? Так же уходи. И Говинда сказал, что я пришел, переступил через тебя, чтобы служить тебе. А сейчас я, если пойду есть просад, то это для себя, это оскорбительно уже будет. И вот смотрите, это Сиддханта, она описывает Шри Чайтанья Бхагавате. Если Кришна служит, массирует стопы Баларама, то это служение Кришне получается. Кришна, он становится доволен, когда он массирует стопы Баларама. И вот, что значит преданность? Если мы служим Гуру и Вайшнавам, мы должны думать о том, чтобы они были довольны. Что такое сева? Если Гурудев доволен, то есть нужно делать все так, чтобы Гурудев был доволен. И вот много раз я какие-то люди хотели дать какое-то пожертвование Шриле Прабхупаде и говорили, что вот даем ему пожертвование, организуйте пир на эти деньги. Шрила Прабхупад говорит, забирайте свои деньги назад. И вот много богатых людей приходило, давали деньги Шриле Прабхупаде и спрашивали, а что с ними делать. Ну, пир организуйте. Шрила Прабхупад говорил, забирайте назад, не нужно. И он сказал, что вы даете мне эти деньги, это моя обязанность сделать что-либо для вашего вечного блага, переорганизовать или книги напечатать. Это уже мое дело. Если вы мне указываете, что делать с этими деньгами, то лучше забирайте и не давайте. Если даете пожертвование, то вы должны быть уверены, что тот, кто принимает это пожертвование, он будет совершать совершенное служение на эти деньги. А если будете указывать, что делать с этими деньгами, лучше берите, сами делайте. А если у вас нет такой веры, что этот вайшнав займет эти деньги наилучшим образом для нашего вечного блага, то тогда и не стоит давать. И вот таким образом все эти вишнаватары, и вот они все подобны Вишну, это вся Вишну-таттва, она одинакова. Вишну-таттва, мы не должны делать различия между различными аватарами Вишну. Есть какие-то особенности лилы, и поэтому мы хотим совершать баджан Кришне.
чтобы обрести. That's why even the name of Krishna, и вот имя Кришны и Рамы. Сахасранам тирабитта пуя фалам. Сахасранам, если будем повторять имена Вишну много раз. Сахасранам тирабитта. Вот имеется в виду, что если повторение тысячи имен Вишну равно повторению трех имен одному имени Рамы, а три имени Рамы равны одному имени Кришны. Не думайте, что тут различие какое-то. Don't think there is discrimination, Maharaj. No discrimination. То есть в чем это различие? Ну, имеется в виду, различия как бы нету, но это проявление милости короны. Имя Рамы более милостиво, чем имя Вишну, а имя Кришны более милостиво, чем имя Рамы. И не все могут понять это, что вроде как разницы не должно быть, но вот говорится, что имя Вишну, точнее, тысяча имен Вишну равно одному имени Рамы. А если мы будем повторять «Хе Кришна Чайтанья О Гоу», вот имя Гауранги, оно больше, чем имя Кришны. Почему? Поскольку в имени Гауранги больше милости. И те падшие души, те бесполезные люди, если они, даже Махапрабху, даже их принимал, но Кришна никого подобного никогда не принимал. В Бхагаватам говорится, что без Кришны, какие аватары были бы, кто раздавал прему всяким, даже растениям и деревьям. Но в этом Кали-югу, после того, как Кришна ушел, Гауранга Махапрабху явился, и он более милосерден, более милостив, что говорит о милости Гауранги. Вот в этой шлоке описывается его милость. With darshan, not doing bhajan. You see, come on. Only darshan. Вот смотрите, он даровал прему даже не тем, кто бхаджан совершал, а просто видел его. Вот однажды один мусульманин, он помогал ему пересечь эту реку какую-то, и когда он увидел его, он начал плакать и упал от переполнявших его чувств. И вот когда Махапрабху ходил, этот мусульманин сказал, что я не могу жить без тебя, и вот так он упал без чувств. И вот эти жены Пратапарудры, они сидели на слоне и смотрели, как Махапрабху совершал киртан. И вот они тоже почувствовали какое-то блаженство, что это. И вот Махарадж будет говорить во время Гура Пурнимы, и вот это имя Гауранги, оно более милостиво, чем имя Кришна. В Чайтанья Чаритамрите говорится об этом, что повторяя имя Кришны, то нужно учитывать оскорбление. Имя Кришна не затронет наше сердце. Если мы совершаем какие-то оскорбления, осознанно или неосознанно, мы можем повторять имя Кришны, но это материальное имя. Имя Кришны будет не трансцендентное имя Кришны. Трансцендентное имя Кришны значит то, что мы говорим Кришна. С этим и словом Кришна, сам Кришна присутствует, это зовется Апракрита Кришнанам. И а те, кто такие материальные люди, повторяют имя Кришны, то это подобные эти репетиции, они пытаются повторять, но из их оскорбления чистое святое имя не является на их устах. И вот таким образом
Самша Аватара и Вибинамша. Они бесчисленные дживатмы в этом мире. They are ruling and ruling in this life. You have taken birth in Brazil, maybe this part. Кто-то родился в одной стране, кто-то в другой. This part you have taken birth in Italy. But Atma Но душа, она может совершать Кришна-бхаджан. Тело не столь важно, поскольку это естественная функция души. Это иметь преданность Верховному Господу. Кто-то может вас... Может вас опечалить, что вы тут родились не в Индии и ничего не можете делать, но это не так. И вот эти свамши, випхинамши, бесчисленные дживы, они випхинамши, даже Брахма. Он тоже но он дживакоти. Когда тысячи, сотни рождений, какая-то душа совершенно следует в нашем адхарме одна за другой. Жизнь, она следует идеально в нашем адхарме совершенным образом, без всяких ошибок. И тогда через сотни рождений этой душе дается шанс стать Брахмой. И если в этом творении Кришна не находит такого достойного человека, который достоин быть, занимать пост Брахмы, то тогда сам Шри Кришна, он в форме Хираньягарбхи становится Брахмой. Что делать, если нет достойных личностей на этот пост? И вот Хиранья Брахма, он сам Шри Кришна. И все другие, Брахма и Шанкар Татва, более запутаны, так или иначе, мы должны со стороны Джива Татвы и Свамша Татвы обсуждать. В день Шиваратри, вот Махарадж Шиваратри Госвами, он сказал, что мы должны следовать Шиваратри. Следование Шиваратри не значит оскорбление Кришны. Те, кто следует Шивататве, они должны понимать, что Шива, он Садашива, он относится к Вишну, Татве, а какие-то люди поклоняются ему какими-то другими представлениями, это причина обусловленности. И нельзя поклоняться Шанкару в какой-то отдельной форме, мы должны видеть его как... Руктостада Бабатила Садви, Кинту Бабурджа Пия Ватасио. This way. I love Sankara. Как дорогого спутника Верховного Господа. Sankara, don't give me. I'm bound to speak. You can laugh. I wanted to get some material thing. Because now I cannot understand who am I. I wanted to go. Pass and do. And Sankara, you love Chaitanya and Krishna, you come to me. How I can cheat you? Krishna not giving that material thing. Guide me properly. Follow. So you don't try to. И вот мы не должны пытаться получить что-то материальное от гуру и вайшнавов. И вот вскоре день деления Адвайта Гасая также. Махавишну джагат карта майя яя суйоти адаха тасса аватаре ивайам адвайта чатисварахаш. I can discuss this point. Today I am going to stop. I am making background to prove that Jivatma Sarup is fixed or not. И вот мы в дальнейшем Махарадж будет более подробно обсуждать дживатму. Сейчас только это было предисловие. So any question if you have, and you must follow Tarun Krishna, all of you
should have a nice relation with each other to grow devotional karma. Each and everybody should learn. If I find, then I can cross your head or everybody's head, those who are being. Mutual love, always. This is the speciality of great Vaishnava. I was wondering, why people come in front of Guru Maharaj, they become very happy. Это особенность Гуру Вайшнавов, так вот Махарадж наблюдал, что какие-то люди приходят к Шиле Пури Госвами Махараджу, они становятся счастливы как-то. И вот потом я увидел, что какова причина за этим, почему люди, которые приходят к Шиле Бхакти Вайбхаву Пури Госвами Махараджу, получив его даршан, они становятся счастливыми. Причина в том, Принанам Сарва Джагатам. Если мы видим чистого Вайшнава, то мы почувствуем какую-то радость в нашем сердце, поскольку чистая преданность в нем есть. И вот весь мир, не только какие-то западные страны, весь мир, это одна семья, Гаудия Фомея. Единственная проблема, какой-то эгоизм может так влиять. Почему они влияют так? У нас не должно быть никаких ложных ложных интересов. Мы должны относиться как к своим, ко всем остальным.